На повестке дня борьба с сосульками и наледью, очистка крыш от снега и профилактика подтоплений. В городской администрации состоялось рабочее совещание с представителями управляющих компаний. Ежемесячно в мэрию приходит от 600 до 900 обращений жителей, недовольных работой коммунальщиков. По итогам недавней оттепели сразу 20 жалоб поступило на протекающие крыши. В таких ситуациях специалисты управляющей компании должны среагировать в течение одного дня. В течение суток они должны появиться, значит, составить акт о протечке и предусмотреть, какие меры необходимо провести. Обращаю внимание, что не всегда можно кровлю отремонтировать вот в зимний период. Мягкие кровли они ремонтируются, как правило, уже по окончании отопительного сезона. Поэтому, но в этом случае управляющая компания должна принять меры по очистке кровли от снега. Все обращения в мэрии берут на особый контроль. Планируется даже увеличить число инспекторов, которые будут отслеживать хоть решение конкретных проблем горожан. В случае неисполнения своих обязательств управляющим организациям придется несладко. Будем давать предписания, отслеживать сроки его выполнения, при невыполнении направлять материалы для возбуждения административного дело производства. Говорили и о том, что совсем скоро начнется прием заявок на участие в проекте «ЖКХ и городская среда», рассчитанного на благоустройство придомовых территорий. Точная информация о начале приема заявок, форма их подачи появится на сайте городской администрации. Какие виды работ необходимо сделать в собственном дворе, решат жители. Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.